Пирамиды по праву считаются одним из чудес света, но свои тайны они открывают крайне неохотно. К тому же, неутомимые исследователи уже нашего времени обнаружили не только новые пирамиды с поистине магическими свойствами, но и приблизились к пониманию предназначения самых известных пирамидальных комплексов прошлого. Принято считать, что время постройки египетских пирамид около 3-го тысячелетия до нашей эры, то есть им приблизительно 5000 лет. Но оказалось, что это лишь внешний слой. Так, внутри знаменитой пирамиды Хеопса скрывается еще более древнее пирамидальное строение. А гигантские пирамиды Боснии, которые нашли несколько лет назад, были погребены под полуметровым слоем земли. Исследователи пирамид столкнулись с таким фактом. С каждым новым открытием появляется еще больше вопросов. Как известно, внутренние стены пирамид расписаны фресками и другими изображениями тончайшей работы. Но каким образом это делали? Ведь в пирамидах нет окон, а на стенах и потолках внутренних помещений так и не обнаружили копоти. Значит, древнеегипетские мастера использовали для освещения не факелы, а что-то другое? Так что же такое пирамиды? По какому принципу они работали? И работают ли до сих пор? Именно об этом сегодняшнее видео. Некоторые исследователи древних пирамид, в частности египетских, настаивают на том, что древние строители были гигантами. Одним из сторонников этой теории был канадский писатель, лектор Мэнли Пи Холл. По словам американского писателя и журналиста Джейсона Калавита, Холл выдвинул гипотезу о том, что пирамиды Египта были построены гигантами. В одном из своих старых интервью Холл сказал: «Давным-давно, во времена славы Багдада, великий султан, последователи потомок великого Аль-Рашида из арабских ночей, султан Аль-Рашид Аль-Мамун, решил открыть великую пирамиду. Ему сказали, что ее построили великаны, которых называли шадаи, сверхчеловеческие существа, и что внутри этой пирамиды и тех пирамид они хранили великие сокровища, недоступные человеческому разуму. И вот, взяв с собой своих придворных, султан отправился в Египет, и он стоял и смотрел на Великую пирамиду. В то время все камни для облицовки были на месте. Четыре стены были идеально гладкими. Не было видно никаких отверстий. Он не знал точно, что делать. Но он услышал из легенд, где, по его предположению, находился вход, и начал копать там». Интересно, что согласно хроникам, в 852 году Аль-Мамун посетил Египет и осмотрел пирамиду, когда она еще была покрыта облицовкой из белого известняка. Также верно, что камни облицовки были на месте, и для того, чтобы пробить через них туннель в пирамиду, использовались огонь и уксус. Исследователи обратили внимание еще на одну особенность. Многие египетские украшения покрыты тончайшим слоем золота. Но подобное возможно только методом гальванопластики, а для этого необходима электроэнергия. Египтолог Арне Эгебрехт в одной из гробниц фараонов обнаружил бронзовую статуэтку Осириса, покрытую тонким слоем золота. Специалисты установили возраст статуэтки – около 2500 лет. Но если изделие изготовлено при помощи электролиза, значит, у египтян были и некие устройства, позволяющие использовать эту технологию. И ответ пришел довольно скоро. В одном из культурных слоев были обнаружены глиняные сосуды непонятного предназначения. Внутри сосудов находились медные цилиндры с запаянными в них железными стержнями. Цилиндры были явно изъедены кислотой. Между собой они скреплялись сплавом олова и цинка. Больше всего это напоминало некие простейшие электрические батарейки. И оказалось действительно так. Исследователи залили в сосуды раствор сульфата меди и получили ток, правда небольшой, всего 0,6 вольта. Эгебрехт соединил десяток таких глиняных кувшинов, как соединяют обычные батарейки, погрузил в ванну с олевым раствором золота копию статуэтки Осириса. К ванне подключил получившийся источник питания. Спустя несколько часов статуэтка покрылась ровным золотым слоем.
Так была блестяще доказана гипотеза о том, что древние египтяне все-таки были знакомы с электричеством. Надо сказать, многие античные авторы упоминали в своих трудах некие негасимые лампы. Так еще Плутарх рассказывал о подобных светильниках в египетских храмах. По сведениям древнегреческого сатирика Лукиана, такой же источник света был в храме Геры в Гераполисе. И даже в рукописях святого Августина говорится о негасимой лампе в храме Изиды. Почему негасимый? Свет этот горел постоянно, и потушить его не могли ни ветер, ни вода. Подобные картины описывали и Плиний Старший, и Парацельс, и другие древние авторы. Некоторые древнеегипетские изображения наглядно демонстрируют, как в те далекие времена получали электричество. И мы видим на изображении, что есть люди обычного человеческого роста, а есть люди, мягко говоря, гигантского роста, которые управляют процессом. Таким образом, эту тайну удалось хотя бы отчасти раскрыть. Но это лишь приоткрывает завесу. Дан Кристофер, написавший книгу о пирамиде Хеопса, считал, что пирамидальные строения – это, возможно, неиссякаемый источник энергии. В своем предположении он был не одинок. Исследователи, изучавшие энергетические аномалии вблизи пирамид, задались вопросом, а что если пирамидальные комплексы – это древние электростанции? Возможно ли это и почему вообще возникли подобные предположения? Ученые обратили внимание на то, что внешний корпус Великой пирамиды в Гизе покрыт белым известковым туфом. Этот материал проявляет высокие изоляционные свойства. При этом внутренние блоки были сделаны из другой формы известняка, в которой содержится определенное количество металлов и кристаллов. Внутри пирамид были также обнаружены некие гранитные валы. А гранит, как известно, обладает радиоактивностью, правда слабой. Специалисты утверждают, что этот материал способствует ионизации воздуха внутри воздушных шахт, которые пронизывают пирамиды. Биоинженер Джон Берг обнаружил в самом центре пирамидальных построек доломит, содержащий большое количество магния. А магний, как известно, хорошо проводит электрический ток. Берг предположил, что внешняя кладка служит изолятором, а внутри находится сердечник с высокими проводящими свойствами. Это и правда наводит на мысли об огромном генераторе энергии. Но как он работает? К ответу нас немного приблизит пирамиды Боснии. Они, как уже говорилось, были обнаружены сравнительно недавно. Первооткрывателем этих гигантских сооружений по праву считается доктор Османагич. В 2005 году в городе Висока, неподалеку от столицы Боснии, были найдены первые 4 пирамиды. Всего их оказалось 9. Известный исследователь Семир Османагич сразу обратил внимание на пирамидальную форму боснийских холмов, каковыми они считались до 2005 года. Раскопки подтвердили, под слоем земли скрывались ступенчатые пирамидальные сооружения. Аэросъемка показала, что все пирамиды идеально ориентированы по сторонам света. Расстояние между ними одинаковое – более 2 километров. Кроме того, вершины трех из них образуют равносторонний треугольник. Наружная кладка пирамидальных строений выполнена из обожженной глиняной черепицы. А каково было удивление присутствующих, когда под метровым слоем земли, покрывавшей гору Височицу, были обнаружены огромные каменные блоки со следами явной обработки. Причем блоки эти были плотно притерты друг к другу. Также поблизости было найдено несколько мегалитов, шаров идеально круглой формы. В тоннелях под боснийскими пирамидами на стенах начертаны письмена, которые еще ждут своего исследователя. Особенно заинтересовала ученых пирамида Солнца. Все 9 мегалитических построек сегодня имеют название. Именно над нею был обнаружен энергетический пучок 4-метрового радиуса с частотой 28 кГц. Пучок исходил из центра пирамиды. Излучение было зафиксировано сразу 4 исследователями независимо друг от друга. О том, что пирамидальные строения могут служить источниками электроэнергии, еще в 1998 году было рассказано в книге Кристофера Дана «Электростанция Гиза». Многие ее положения сходятся с предположениями Османагича. А британец Гарри Олдфилд при помощи специальной камеры сумел зафиксировать электромагнитные волны над пирамидами. Вернемся к строителям пирамид. Как и было сказано ранее, существует свидетельство о том, что пирамиды строили именно великаны. Многие мифы и древние тексты связаны с историями о них.
Например, нефилимы в Бытие 6.4 изображены как великаны. Кроме того, согласно эпосу о Гильгамеше, в Угарите Гильгамеш превосходил других царей телесным ростом. Его рост оценивается примерно в 5,5 метров. Первого фараона Египта звали Менес или Нармер, но более известен как царь скорпионов. Данных о его росте нет, но он изображен очень высоким на знаменитой палитре Нармера. А во время его правления были созданы артефакты огромных размеров, которые сейчас хранятся в музее в Оксфорде. При третьей династии была построена Великая пирамида Саккары и множество других храмов в комплексе. Джасер, который похоронил гигантского царя Хасахимуи и, возможно, был его сыном, был правителем Саккары во время ее строительства. Внутри комплекса египтолог Захи Хавас сфотографировал картину с изображением гиганта, у которого, судя по всему, был вытянутый череп. Еще одним доказательством существования гигантов в Древнем Египте являются гигантские гробы. Серапиум близ Саккары состоит из 25 массивных гранитных и диоритовых гробов весом до 70 тонн каждый. В них были замурованы мумифицированные быки Аписы, как часть древнего культа. Какой же вывод можно сделать из всего вышеперечисленного? Наша история неоднократно менялась. Есть определенные силы, которые заинтересованы в том, чтобы мозаика в голове у простых людей складывалась не так, как нужно. Друзья, напишите в комментариях, хотите ли вы продолжение этой темы в следующих видео. Также ставьте пальцы вверх, если информация вам понравилась, поделитесь видео со своими единомышленниками и, конечно же, подпишитесь на канал, если вы еще этого не сделали. Всем пока!